Сегодня я буду первый раз в жизни красить человека, вообще живого. Последний мой опыт с прическами был, когда мне было лет 10. Мы постригли с братом куклы Барби, нашей сестры. Вот. И следующий опыт, ну, был не очень удачный опыт, сразу скажу. И сейчас я буду красить неизвестной краской, известную всеми вами, мою Наташку. Сейчас мы замешиваем эту краску. Она как-то вот так выглядит. Тайскую. Тайскую краску, да. Вот, с непонятными там названиями. Вот. Предварительно, обязательно, нужно посмотреть на Ютубе мануал, как правильно красить. Но мы этого делать не стали. Я просто видел уже, как это делать один раз где-то. И сейчас покажу класс и результат тоже. Все, процесс пошел. Надеваем перчаточки обязательно для нашей операции. Вот, убираем ненужные волосы, которые должны, не должны отвалиться. Но все, и прокрашиваем вот здесь. Ничего сложного. Сейчас покажу. Так вот, теперь наносим красочку с такими слоями. Сейчас. Следующий шаг будет уже финиш, наверное. Все, готово, головешка. Теперь ждем 40 минут, пока все это дело окрасится, и результат скоро. Смываем. Внимание, результат. Ровненько. Все аккуратненько. А муж могет. А муж могет. Смотри. Вот так вот. Вот. Вот рука мастера. Все, мы на пляж.